Тепличный комплекс, который построит в Лангепасе, круглый год будет обеспечивать югорчан овощами. Об этом рассказали на совещании по реализации инвестиционных проектов, которые накануне провела Наталья Комарова. Речь идет о строительстве тепличного комбината. Объем инвестиций в проект превысит 2,5 миллиарда рублей, а общая площадь теплиц примерно будет равна 10 футбольным полям. По расчетам инвестора, комплекс может производить по 2,5 тысячи тонн помидоров и огурцов. Кроме того, проект создаст почти 1,5 сотни новых рабочих мест. Начало строительства запланировано на этот год.